Луганщині відомо, що впало 3 вертольоти і 2 літаки. На вашу думку, що це могло бути і яка причина таких інцидентів на Росії? Я здесь не военный эксперт и не конспиролог. Я, конечно, уверена, что это в любом случае действия в поддержку Украины, поддержку украинского наступления или подготовки к наступлению. Возможно, это действия партизан. И вполне возможно. То есть это в любом случае... Знаете, началось. Вот началось, когда каждый день проходит сообщение про дроны то там, то здесь, когда вот то самое, что началось в прошлом году и с подрывом Керченского моста, и с аэропортом в оккупированном Крыму с самолетами, и то, что происходит на железных дорогах. Ну, вы знаете, это сопротивление. Это в любом случае сопротивление. Я не верю в то, что это все рук дело СБУ или ЗСУ. Я не верю. Я думаю, что это просто вообще сопротивление. Пані Олю, так, ось ви говорите, що якраз таки почалося, а як на це реагують звичайні росіяни, місцеве населення? І що нині з партизанським рухом на території Росії? Можливо, ви бачили якісь такі прояви, випадки за останній період, що відбувалося ось з такої диверсійної роботи навіть? Ну, знаєте, я так вийшло, вчора весь день розмовляла зі своїми студентами, слухателями з Білгородської області, а ця область дуже велика. То есть, например, город Старый Оскол расположен от, собственно, от Белгорода там 340 километров. Большая область. И разговаривал с студентами из Воронежа. И тоже я все время спрашивала, как. Я понимаю, как настроены студенты, как настроены молодые люди. Они, конечно, переживают и поддерживают Украину. Но я спрашивала, как вообще народ на улицах? Как вообще ваши старшие знакомые? Какое вообще настроение? И они сказали, что в основном люди делают вид, как будто бы ничего не происходит. Но им это все дается труднее и труднее, делать вид, что ничего не происходит. В Белгородской области, в селе Красное, жители записали из подвала обращение к Пригожину, уже не к Путину, а обращение к Пригожину с тем, чтобы он их спас от рвущихся снарядов. Причем они не говорили чьих. Мы помним, что на Белгородской области упали две бомбы авиационные, которые просто потерял русский самолет. И они упали на город Белгород, на большой город с многотысячным населением. И мне было довольно удивительно, что эти люди, сидя в подвале, обращаются к Пригожину. Потому что остановить бомбежки очень легко. Вот как у людей не складывается в голове 2 и 2, совершенно непонятно, что очень легко остановить бомбежку. Надо просто уйти с оккупированных территорий и прекратить войну. И начать разговаривать о репарациях. Вот, собственно, и все. И не будет больше бомбежек. Не надо обращаться ни к Путину, ни к Пригожину, ни к кому. Вот это удивительно. Вот потеря логических связей между двух сосен, да, вот раз и два. Мы не хотим, чтобы нас бомбили. Уходите с оккупированных территорий. Вот нет этой связки.